Равновесие, состояние, покоя тела по отношению к другим телам. Равновесие имеет место, когда все действующие на тело силы взаимно уравновешены. На равновесии держится наша Вселенная, весь наш мир, который мы знаем, планеты, спутники, Солнечная система, галактики, скопления галактик, каждый атом вашего тела. Все это держится на равновесии. Основных видов равновесия три. Слева на рисунке А изображено устойчивое равновесие, шар в углублении. В центре на рисунке Б изображено неустойчивое равновесие, шар на возвышенности. И справа на рисунке В изображено безразличное равновесие, шар на плоскости. Устойчивое равновесие, когда после малого отклонения от положения тела в системе возникают силы, стремящиеся возвратить тело в состояние равновесия. Равновесие не нарушается, тело возвращается в положение равновесия, а отклонение от равновесия не возрастает со временем. На схеме это наглядно видно. Если шар отклонится в сторону, в системе возникнут силы, именно силы, стремящиеся вернуть шарик в исходное положение. Второй вид равновесия – неустойчивое равновесие. Когда после малого отклонения положения тела равновесие нарушается, тело не возвращается в положение равновесия, а отклонение от равновесия – возрастает со временем. И здесь на схеме это наглядно видно. Если шар отклонился в сторону, в системе не возникнут силы, стремящиеся вернуть шарик в исходное положение. Безразличное равновесие. Когда после малого отклонения от исходного положения тело продолжает находиться в равновесии. Равновесие сохраняется в новой точке. Шар на плоскости. Здесь тоже все наглядно. Шар отклонился в сторону, но продолжает находиться в равновесии. Равновесие сохраняется в новой точке. В системе не возникают силы, стремящиеся вернуть шарик в исходное положение. То есть силы могут обеспечить телу как устойчивое равновесие, так и неустойчивое, и как частный случай безразличное равновесие. Рассмотрим подробнее. Определение равновесия – это основной и очень важный текст. Он передает основной смысл того, что во всем научном мире, уточню, в научном, определяется как равновесие. Равновесие – состояние покоя тела по отношению к другим телам. Равновесие имеет место, когда все действующие на тело силы взаимно уравновешены. В самом определении надлежит сразу отметить и запомнить два ключевых момента. Первое, что уравновешены именно силы. Ни движение, ни энергии, ни температура, ни массы, а именно силы. Второе, что надо запомнить, это то, что уравновешены именно все силы, а не половина или какая-либо часть сил. Почему важно то, что уравновешены именно все силы? Проиллюстрируем это.
Как вы видите, на данной анимации у нас есть устойчивость равновесия вдоль по профилю. Изображено через светящуюся подвижную точку. Но нет устойчивости равновесия поперек профиля. В результате мы для данной конструкции не получаем устойчивого равновесия в комплексе. То есть в реальности никакого устойчивого равновесия для данной схемы не будет. Именно поэтому важно учитывать именно все силы. И определение равновесия содержит прямое указание на учет всех сил. То есть, если мы установим шар на острие иглы и учтем силы только по одному направлению, на схеме обозначено красными стрелками, то в плане устойчивости равновесия нам это ровным счетом ничего не даст. Потому что шар элементарно может упасть в любом другом направлении. Вывод однозначен. Устойчивость равновесия зависит именно от всех сил. И это научный факт. Еще раз зафиксируем. Равновесие, состояние покоя тела по отношению к другим телам, равновесие имеет место, когда все действующие на тело силы взаимно уравновешены. То есть, если вы открыли учебное пособие, и в определении равновесия не указано, что речь идет о всех силах, приложенных к телу, то вы держите в руках безграмотный учебник, который, согласно действующему законодательству, вообще не должен быть допущен в систему образования. Вернемся к определению равновесия и зафиксируем второй важный момент. Он звучит так. Все действующие на тело силы взаимоуравновешены. Ключевое слово силы. Почему важно запомнить, что уравновешены именно силы, а не что-либо другое? Потому что в рамках научного метода все формулировки имеют конкретный смысл. Они однозначны, логичны, определены и членораздельны. И если равновесие определено как равенство сил, то оно уже не может быть равенством чего бы то ни было другого, неважно чего. Поскольку подобное противоречит первому закону логики, сформулированному еще Аристотелем. Иметь ни одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если же у слов нет значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой. Ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-либо одно. И все, что не соответствует законам логики, то автоматически не является научным продуктом. В рамках законов логики вы не можете дать двусмысленное определение. Например, равновесие равенства сил и вот еще запах ананасов или еще переход энергии. Это недопустимо. Вы должны выбрать что-либо одно. Или запах ананасов, или равенство сил, или переход энергии. Иначе это опять же нарушение первого закона логики. Итого в сухом остатке. Равновесие не может быть равенством масс, не может быть равенством температур, движений, энергии или равенством возраста бабушек. Если вы напишете, что равновесие – это равенство движений или энергии, то с точки зрения логики это будет иметь смысл не больше, чем равновесие – это равенство вилков капусты. Так устроен научный метод. Если вас по какой-то причине не устраивает общепринятое определение равновесия, и вы хотите определить равновесие через движение, энергию или температуру, то научный метод предусматривает и это. Но тогда вы должны сначала ввести соответствующий новый термин. Например, энерговесие, двиговесие, как угодно. И тогда уже дать определение этому понятию через, соответственно, энергию, движение и так далее. Иное в рамках научного метода недопустимо. Теперь давайте рассмотрим примеры устойчивого
и неустойчивого равновесия. На данной анимации мы видим факторы равновесия. Первый фактор – это равновесие вдоль траектории движения. Обозначено через колебания зеленого шарика по профилю. Как вы видите, в случае с искривленной, вогнутой траекторией, в системе возникают силы, стремящиеся вернуть тележку в некую точку равновесия. И это дополнительно проиллюстрировано через колебания зеленого шарика. И мы видим, что при изменении кривизны траектории силы уменьшаются, и тележка, аналогично ей шарик, прекращает свое движение. Второй фактор – равновесие поперек траектории движения. На схеме обозначено через красную ленту и колебания по ней синего шарика. Как наглядно показано, для поперечных колебаний возможны два совершенно разных сценария равновесия. В первом случае это равновесие устойчивое. Во втором случае равновесие неустойчивое, и тележка падает с профиля, падает со своей траектории. И для данной схемы устойчивость равновесия определяется не равновесием вдоль траектории, обозначенной зеленым шариком на бежевой ленте, а равновесие поперек траектории, обозначено синим шариком на красной ленте. Уточним, что во всех случаях, опять же, речь идет именно о силах, а не об энергии. Если же мы начнем рассматривать равновесие не через силы, а через энергию, как написано в безграмотных учебных пособиях, то на схеме этот переход энергии будет обозначаться зеленым шариком на бежевой ленте. Когда шарик поднимается вверх, увеличивается потенциальная энергия. Когда шарик идет вниз, потенциальная энергия переходит в кинетическую. Но мы видим, что в реальности равновесие не зависит от этих переходов энергии. Потому как при вполне конкретных обстоятельствах равновесие может как совпадать с воображаемым переходом энергии, так и не совпадать. И мы видим это на анимации. Равновесие нарушено, тележка упала, а переход энергии из потенциальной в кинетическую продолжается. И это конкретное доказательство факта безграмотности учебных пособий и вранья их составителей про зависимость равновесия от перехода энергии. И на этой анимации мы видим, что энергия замечательно переходит из потенциальной в кинетическую. Это показано на перемещении фантома тела. Но устойчивости равновесия нет. Нет равновесию никакого дела до этих фантазий об энергии. Аналогичная ситуация и с телом на орбите. Энергия может переходить из потенциальной в кинетическую, но с равновесием это никак не может быть связано. Далее, кроме основного разделения равновесия на устойчивое, неустойчивое и безразличное, равновесие можно разделить на контактное и бесконтактное, осуществляемое без непосредственного механического контакта, когда тела не соприкасаются своими поверхностями. Пример такого равновесия – планетарное равновесие. Теоретически оно тоже может быть устойчивым, неустойчивым и безразличным. Прежде всего, давайте рассмотрим, чем контактные формы равновесия отличаются от бесконтактных. Основное отличие – это отсутствие непосредственного контакта между телами и передача воздействия через пространство, например, через поле. Что в связи с этим необходимо знать? Необходимо знать, как это воздействие в пространстве передается. А передается оно вполне строгим природным способом. И механизм передачи любого воздействия в природе обусловлен вполне конкретным фактором. Действительной геометрии пространства,
Рассмотрим подробно. Если мы расположим в пространстве некий единичный источник воздействия и ничем его не ограничим, то распространяться это воздействие будет равномерно во все стороны. Причем с увеличением расстояния интенсивность этого воздействия будет уменьшаться. И сложного здесь ничего нет. Количественно и формульно это распределение воздействия на внутреннюю поверхность расширяющейся сферы. То есть, если мы окружим наш единичный источник воздействия некой сферой, то с расширением этой сферы ее площадь будет увеличиваться. И, следовательно, будет уменьшаться доля воздействия, выпадающая на единицу площади этой сферы. Причем природа воздействия здесь не важна. Без разницы, будете ли вы бомбардировать сферу изнутри частицами, или будете заполнять сферу водой на дне океана, или будете воздействовать изнутри поля. Определяющим здесь является не тип воздействия, а объемность пространства, то, как расширяется в пространстве сфера. Формульно это обозначается через площадь поверхности сферы и выглядит следующим образом. Это 4πr². Рабочая часть формулы здесь непосредственно r², поскольку 4π это по сути константа. А поскольку речь идет о рассеивании единичного воздействия на поверхность сферы, то мы имеем единицу, деленную на площадь поверхности сферы. То есть r² работает в нижней части уравнения. Работает в таких универсальных формулах, как закон Кулона, закон тяготения. То есть данное распределение воздействия соответствует приведенному графику. На графике динамика выглядит следующим образом. Если мы расширяем сферу, воздействие на ее внутреннюю поверхность, а значит и конечная сила, уменьшаются. И это видно на графике. Движение вправо соответствует расширению сферы, удалению от источника воздействия. Как бы далеко мы нашу сферу не раздвигали, сила будет с удалением только уменьшаться, стремиться к нулю, но никогда через этот ноль не перейдет и не обнулится. Если же мы сферу будем сжимать, то сила наоборот увеличится. Увеличиваться будет до бесконечности. На данном графике направленность стрелки вверх соответствует силам отталкивания, а при притяжении стрелка должна быть направлена вниз. Этот график универсален. Он действителен как для закона тяготения, как для закона Кулона, так и для подавляющего большинства воздействий в этом мире. Этот же график может быть представлен и в таком виде. Насколько вы можете заметить, левая часть графика отличается. Она скруглена и опускается вниз. Какой это имеет физический смысл? А смысл следующий. Когда тело приближается из космоса к Земле, то массы Земли относительно тела перестают быть в одной удаленной точке. Часть масс по мере приближения расходится в стороны и уже находится справа и слева. И это требует учета на графике. Если движение продолжит вглубь Земли, то часть масс относительно тела уже выйдет в тыл, окажется сзади. И это уменьшит результирующую силу тяготения. И в центре Земли сила тяготения вообще сведется к нулю, что, собственно, и отражено на данном графике, в левой его части. И мы видим, что на пересечении осей сила тяготения сведена к нулю. Идем далее. Фундаментально сила в пространстве может быть либо силой притяжения, либо силой отталкивания. Других вариантов нет. При этом силы отталкивания в пространственной схеме могут образовывать силы приталкивания. Когда внешне все выглядит как на прямом притяжении, но на самом деле это приталкивание извне. Такая ситуация складывается, когда в заполненном телами пространстве все тела, даже находящиеся на значительном удалении друг от друга,
отталкивают, и это в конечном итоге приводит к тому, что малые тела устремляются на более крупные, и мы получаем полную видимость притяжения. Представить это себе наглядно можно на примере. Если подвесить стальное ядро внутри прозрачной сферы на нескольких равномерно распределенных пружинах, мы визуально не сможем определить, сжаты пружины или растянуты. Мы можем перемещать сферу, трясти, ронять, но по внешним проявлениям мы не сможем определить, что работает внутри сферы на самом деле. Притяжение или отталкивание, сжаты пружины или растянуты. Точно так же и с гравитацией. Невозможно определить визуально, чем обеспечено падение яблока на землю. Обусловлено ли оно силами приталкивания извне или силами притяжения, воздействующими напрямую от земли. И мы не можем это выяснить ни с помощью ни одного гравитационного эксперимента. Потому как мы не можем вынести эксперимент из области, окруженной другими телами. У нас любая область во Вселенной окружена планетами, звездами, галактиками. Поэтому данные задачи решаются на экспериментах с подтвержденной направленностью сил негравитационной природы. То есть берутся силы притяжения и отталкивания подтвержденной природы и ставятся эксперименты. И эти эксперименты дают полную ясность. Что науке известно о притяжении и отталкивании? Возьмем пару магнитов, рассмотрим, как они действуют на притяжение и на отталкивание. На отталкивании мы наблюдаем устойчивое равновесие. На притяжении равновесие не достигается при любом количестве попыток. Рассмотрим другие схемы. Потоки воздуха. Мы точно знаем, куда они направлены. В направленности потоков воздуха сомнений нет. Как видно на анимации, равновесие достигается только на отталкивании. На притяжении устойчивое равновесие не достигается. Здесь надлежит отметить очень важный момент. За все время развития человеческой цивилизации не удалось построить ни одного устройства, обеспечивающее устойчивое планетарное равновесие на подтвержденных силах притяжения. Практика показала, что это невозможно. Экспериментально недостижимо ни при каких условиях. С практикой ясно. Давайте рассмотрим, что в теории. И в теории планетарное равновесие на притяжении невозможно ни при каких условиях. Введем понятие гравитационный магнит. Условно принятая плоскость бесконечной площади, оказывающая постоянное равномерное гравитационное воздействие заданной величины. Смоделируем ситуацию. Расположим гравитационные магниты параллельно друг другу. Зададим гравитационным магнитам силу притяжения. Нам известно, как изменяется сила. Тело движется поступательно между магнитов. Любое воздействие либо смещение выводит систему из равновесия. От любого приложения силы получается смещение рассматриваемого тела, изменяется расстояние до магнита, при изменении расстояния увеличивается сила, процесс ускоряющийся. Такое равновесие практически невозможно. Если мы построим графики для совокупных сил от обоих магнитов, то выглядеть это будет следующим образом. Обе силы утягивают шар из центра. Состояние устойчивого равновесия не является возможным для тела, находящегося под воздействием сил притяжения.
Посмотрим, как та же схема работает при отталкивании. Тело движется поступательно, направленно. Направленное воздействие не выводит систему из равновесия. От приложения силы получается смещение. Навстречу смещению мы наблюдаем приращение силы со стороны магнита. Обе силы толкают шар в центр. В планетарной схеме аналогично. Рассмотрим версию на силах притяжения. Тело движется между магнитов, любое воздействие, любое смещение, отклонение выводит систему из равновесия. От любого приложения силы получается смещение рассматриваемого тела, изменяется расстояние до магнита, при изменении расстояния увеличивается сила, процесс ускоряющийся. Такое равновесие практически недостижимо, невозможно. Обе силы утягивают шар из центра. Состояние устойчивого планетарного равновесия не является возможным для тела, находящегося под воздействием сил притяжения. Посмотрим, как та же схема работает при отталкивании. Тело движется. Направленное воздействие не выводит систему из равновесия. От приложения сил получается смещение. Навстречу смещению мы наблюдаем приращение силы со стороны магнита. Обе силы толкают шар в центр. Рассмотрим планетарное равновесие подробно. Определение. Планетарное равновесие – состояние относительного покоя центра масс тела по отношению к центру масс другого тела в системе отчета, связанной с центрами масс обоих тел. Планетарное равновесие имеет место, когда все действующие силы взаимоуравновешены. Планетарное устойчивое равновесие – когда после малого отклонения от положения тела равновесие не нарушается, тело возвращается в положение равновесия, а отклонение от равновесия не возрастает со временем. Примерами устойчивого планетарного равновесия являются тела небесной механики. Планетарное неустойчивое равновесие, когда после малого отклонения от положения тела равновесие нарушается, тело не возвращается в положение равновесия, а отклонение от равновесия возрастает со временем. Примером неустойчивого планетарного равновесия является движение стального шарика по горизонтальной плоскости вокруг постоянного магнита. Относительный покой тела, состояние покоя относительно избранной системы отчета подразумевает возможное изменение геометрического расстояния между центрами масс обоих тел, связанное с продвижением тела по траектории орбиты. То есть, тело движется по орбите, при этом расстояние до центра вращения может изменяться. Первый тип отклонения тела, когда отклонение тела связано с воздействием внешних сил. Камень упал на спутник, его отклонил. Второй тип отклонения – когда отклонение тела связано с продвижением тела по траектории орбиты, не круговой орбиты. Если орбита не круговая, то при движении тела по ней происходит цикличное отклонение. Тело то приближается к центру, то отдаляется от него. Применительно к обсуждаемой теме небесная механика. Речь идет о планетарном устойчивом равновесии, при котором любые отклонения тела не вызывают нарушения состояния планетарного равновесия. Сила как фактор, определяющий равновесие. У вас есть два материальных объекта, расположенных в пространстве. Как им находиться на расстоянии друг от друга? Для этого нужны силы. Между объектами силы уже есть. Эти силы могут быть либо силами отталкивания, либо силами приталкивания, либо притяжения. На отталкивании все понятно. Объекты оттолкнулись друг от друга, не падают. А как обеспечить равновесие на притяжении? Объекты стремятся друг к другу. Фундаментально равновесие тела на орбите может быть обеспечено только соотношением сил тяготения и центробежной силы.
Для спутника сила тяготения, как мы знаем, направлена условно к Земле, а центробежная от Земли от центра вращения. Практически две встречно направленные силы. Силовое состояние спутника на орбите может быть устойчивым равновесием, а может быть неустойчивым равновесием. Это в различных моделях Вселенной. Чтобы силовое состояние спутника было устойчивым, необходимо, чтобы при единичном смещении возникали силы, стремящие возвратить систему в состояние равновесия, возвратить спутник в состояние равновесия. Рассмотрим силы, приложенные к спутнику. Рассмотрим графики изменения силы тяготения и силы центробежной от расстояния. Сейчас мы видим график силы тяготения. Это график единица, деленная на r квадрат. R – это расстояние от спутника до Земли. На графике вертикально по оси обозначается количественное значение силы тяготения. А по горизонтальной оси на графике обозначается расстояние удаления от центра Земли. В единичном пересечении горизонтальных и вертикальных делений обозначено тело. Это точка равновесия. Вниз от тела красной стрелкой обозначена сила тяготения. Ситуация соответствует действию силы тяготения на спутник, находящийся на орбите. Поймем, как эта сила изменяется. Зададим единичное смещение, приблизим спутник к Земле. Вы видите, шар перемещен влево, ближе к оси. Расстояние до Земли уменьшилось. Как это повлияло на силу? Продлим линию от шара вверх до графика и найдем точку пересечения. Расстояние от этой точки до горизонтальной оси будет соответствовать значению силы тяготения. На схеме это значение вынесено чуть-чуть и обозначено красной стрелкой. Как мы видим, при приближении спутника к Земле сила тяготения увеличилась. И увеличилась на вполне конкретное значение, обозначенное черной стрелкой. То есть мы можем четко и внятно отслеживать изменение силы тяготения, обеспечивающее равновесие. Рассмотрим то же самое смещение для центробежной силы. Для центробежной силы график выглядит как единица, деленная на r. График центробежной силы внешне похож на график силы тяготения, но несколько отличается своим прогибом. Это график единица, деленная на r. Как вы видите на схеме, центробежная сила направлена вверх от Земли. Идентичное первому случаю смещения тела в сторону Земли дает меньшее превращение центробежной силы. Зеленая стрелочка количественно визуально меньше черной стрелки, которую мы видели на предыдущей схеме. Взглянем на нее еще раз и сравним. Теперь совместим обе схемы, оба графика и объединим превращение сил центробежной и тяготения. На схеме центробежная сила обозначена зеленой стрелкой, и мы видим, что она количественно меньше силы тяготения, обозначенной красной стрелкой. Разница сил обозначена на схеме в виде стрелки темно-синего цвета, и мы видим, куда она направлена. Собственно, эта разница сил, это превращение, эта суммарная сила направлена вниз к Земле и препятствует устойчивости равновесия. То есть вместо устойчивого равновесия, когда после малого отклонения от положения тела в системе возникают силы, стремящиеся возвратить тело в состояние равновесия, мы имеем неустойчивое равновесие, когда после малого отклонения от положения тела равновесие нарушается, тело не возвращается в положение равновесия, отклонение от равновесия возрастает со временем. И вывод здесь однозначен. Планетарное равновесие на силах притяжения невозможно. Это, собственно, то, о чем говорил Ломоносов, когда высмеивал тяготение по Ньютону, что документально засвидетельствовано в письме Леонарду Эйлеру от 5 июля 1748 года.
Содержание данного документа известно научной общественности и находится в свободном доступе. Цитата. Таким образом, или чистое притяжение не существует в природе, или не является нелепостью. Я принимаю первое, а второе предоставляю тем, кто рад чуть ли не все явления объяснить одним единственным словом. Итак, поскольку никакое чистое притяжение не может существовать, то отсюда следует, что тяготение ощутимых тел проистекает от толчка. Конец цитаты. Источник — научная библиотека МГУ имени Ломоносова. Далее. Рассмотрим устойчивость орбиты наглядно. Источник поля установлен на горизонтальную плоскость. Отметим на плоскости воображаемую устойчивую орбиту. Уменьшим силу трения путем создания вакуума. Для стального шарика масса m, согласно заданного радиуса, можно рассчитать требуемую для равновесия скорость. Таким образом, мы получим теоретически предполагаемую орбиту по круговой версии. Таким же образом мы можем отметить эллиптическую орбиту. Форма обоих орбит предполагает равенство сил, приложенных к телу, но не учитывает, будет ли это равенство устойчивым или неустойчивым. Ранее мы зафиксировали, что важны все силы не только по вдоль воображаемой траектории движения, но и поперек. И если сил требуемой направленности не будет, то воображаемая траектория, воображаемая орбита не только не совпадет с траекторией реальной, но и вообще не будет никакой орбиты, а будет потеря равновесия. Иными словами, для одной и той же формы воображаемая расчетная орбита может быть как устойчивой, так и неустойчивой. И важно запомнить еще один момент. Если невозможно равновесие в точке, то и на пути, состоящем из таких точек, равновесие тоже невозможно. Как прирастают силы, нам известно. Давайте проиллюстрируем это изменение сил в более наглядной геометрической форме. Если рассматривать изменение сил по версии комплексного отталкивания, приталкивания, то изменение сил, приложенных к телу, будет соответствовать положению тела в силовом коридоре, условный аналог которого представлен в виде желоба на анимации. Изменение сил в силовом контуре дополнительно проиллюстрировано через перемещение сил синего шарика по красной ленте. Равновесие поперек орбиты. Именно этот фактор для равновесия самый важный, поскольку именно он определяет приближение и удаление тел друг к другу. Для данной схемы, силовой аналог версии приталкивания, мы располагаем устойчивым планетарным равновесием, и тело на орбите может находиться продолжительное время. Если мы рассмотрим версию прямого притяжения, то изменение сил, приложенных к телу, будет соответствовать положению тела не в силовой яме, а наоборот, на возвышенности, условный аналог которой наглядно представлен в виде соответствующего возвышающегося профиля на анимации. Изменение сил в данном случае также проиллюстрировано через перемещение синего шарика по красной ленте. Для данной схемы мы не можем получить устойчивое планетарное равновесие, и тело на орбите не может находиться в принципе. Обратите внимание, что устойчивости равновесия поперек орбиты на силах прямого притяжения нет, а воображаемый переход энергии из потенциальную в кинетическую имеет место быть. Изображено посредством зеленого шарика на бежевой ленте. То есть мы конкретно видим, что и в планетарном виде устойчивость равновесия не зависит от энергии. Это очевидный факт.
И не может устойчивость равновесия зависеть от энергии даже гипотетически. Нет никакой логической связи. Да, воображаемый переход энергии может совпадать, либо не совпадать с равновесием. Декларировать какую-то прямую зависимость также нелогично, как утверждать, что раз у коня два глаза, то у слона должно быть два уха. Да, количество глаз коня действительно равно количеству ушей слона, но причинно-следственной связи между первым и вторым нет. Так же, как ее нет между энергией и равновесием. Мы же не утверждаем, например, что корова произошла от сыра. Так же и с энергией. Логическая цепочка работает только в одну сторону. Есть поле, например, поле Земли. Оно оказывает воздействие на тело. В результате воздействия на тело образуются силы. В результате действия сил тело получает движение. Из-за того, что воздействие поля постоянно, получается нарастающее ускорение. И в этой схеме, если рассматривать тело отдельно, то можно говорить о кинетической энергии. Утверждать обратную логическую цепочку. Утверждать, что внешнее поле может каким-нибудь образом зависеть от кинетической энергии движущегося тела, это все равно, что утверждать, будто корова произошла от сыра. Кинетическая энергия сама по себе не может порождать ускорение тела, а движение тела не может порождать то внешнее поле, которое обеспечило это самое движение. Так же, как приближение яблока не может породить поле Земли. Поле Земли определяется массой Земли, а не приближением к ней яблока. Сначала курочка, потом следы на песочке. Не происходят курочки из следов, ими самими же на песочке оставлены. Не могут они происходить из этих следов. Это лженаучно. Это нарушение логики. Далее. Запускаем шарик по орбите. Проводим эксперимент со всеми возможными скоростями, со всеми прикидками на трение. Орбитальное движение не наблюдается даже в кратковременной форме. В данной системе нет сил, создающих устойчивость шарика на расчетно-устойчивой орбите. Это есть пример планетарного движения на неустойчивом равновесии. Наглядно видно, что переход на другую устойчивую орбиту не осуществляется. И никакое движение по любой орбите невозможно. Мы знаем, что Луна движется по орбите. По версии прямого притяжения это невозможно, равно как и орбита в целом. Орбита может быть устойчива в плане равновесия самого тела только на отталкивании. И мы это уже доказали экспериментом для частного случая равновесия, равновесия в точке. А раз в системе, построенной на силах притяжения, нет равновесия в отдельной точке, то устойчивого равновесия нет и на линии, состоящей из таких неустойчивых точек. Равновесие – это равенство сил. Вот оно, перед вами – это равенство сил. Именно это и есть планетарное равновесие, а не что-либо другое. Если вам вместо равенства сил подсовывают что-либо другое, например, вот такой переход энергии, вас обманывает. Из графиков равенства сил однозначно следует, что если бы действительно наблюдаемая картина мира была построена на законе тяготения по версии притяжения, то никакой планетарности не было бы в принципе. Превращение силы направлено строго в противоположную сторону от требуемого. Тело на таких превращениях силы удержаться в планетарном режиме не может. И при любом отличном от нуля смещении должно покинуть орбиту, причем не только исходную, но и все остальные теоретически предполагаемые. Луны бы не было, Земли бы не было, если бы наш мир действительно был построен по Ньютону. Далее, давайте рассмотрим внутреннее взаимодействие в телах. Разместив в пространстве два объекта, имеющих массу. Массы, как мы знаем, тяготеют друг к другу. Приблизим объекты друг к другу до прямого механического контакта. Равновесие достигнуто.
Все массы находятся на постоянном расстоянии друг от друга. Все силы уравновешены. Если мы рассмотрим силы в зоне контакта двух тел, то ситуация будет следующая. Чем ближе массы друг к другу, тем больше силы. И нарастать они могут до бесконечности. Близлежащая единичная масса могут быть в отношении друг друга как в устойчивом равновесии, так и неустойчивом. Ситуация аналогична взаимодействию магнитов. И это опять же зависит от изменения сил. Как изменяется сила, мы прекрасно знаем. Равновесие на отталкивание устойчиво. Единичные массы находятся друг от друга на удалении. Равновесие на притяжении неустойчиво, и любые единичные массы устремляются друг к другу. И по мере приближения сила может нарастать до бесконечности. Для нашего мира это бы обозначало следующее. Представили грузчики на складе два листа железа друг к другу, и отделить их друг от друга, оторвать уже невозможно. Листы стали единым куском металла. Более того, если бы мы соединили два пальца, то они бы слиплись воедино, и разрывать пришлось бы по-живому. И разорвать бы мы тоже не смогли, ни пальцы, ни даже каплю воды, потому что внутренние силы в ней нарастали бы до бесконечности. Но и это было бы уже не важно, потому что Луна бы стремительно падала на Землю, а Земля на Солнце. Но и это бы было уже не важно, потому что вся Вселенная на сверхскоростях обрушивалась бы в одну точку. Но и это бы было уже не важно, потому что во Вселенной, построенной на притяжении, внутри каждого атома тоже нет равновесия. А значит, никаких атомов уже нет. Они обрушились сами в себя, в одну непрерывную сингулярность, и все везде превратилось в сингулярность. Вот такой он, безумный мир по Ньютону, когда нет равновесия ни в планетарном масштабе, ни во вселенском, ни на атомном уровне. Поясним подробнее, почему внутренние связи тела здесь не могут создать равновесие. Потому что гравитационное воздействие на порядке сильнее всех остальных взаимодействий, включая электромагнитное. По одной простой причине. Потому что базовая гравитационное поле по своей напряженности несопоставимо мощнее всех типов взаимодействия. Мощнее всего, что есть в нашей Вселенной. И перекрывает оно всю Вселенную без остатка. И ни в одной свободной от гравитации зоны во Вселенной нет. И понять это совершенно несложно. Если мы возьмем одно из крупнейших гравитирующих тел во Вселенной, и определим возле его поверхности частную гравитационную напряженность, ее можно представить в конечном виде через силу тяготения, эта сила будет колоссальной. Но и это колоссальное значение будет значительно меньше базовой напряженности вселенского гравитационного поля, обозначено на схеме синими стрелками с делением и соответствует двум встречно направленным векторам базового гравитационного поля. В любой точке пространства есть эта базовая гравитационная напряженность. Если мы сравним эту напряженность с силами от меньших объектов, сравним с силами от Солнца, сравним с силами от Земли, то разница будет говорить сама за себя. И понять силовой аспект этого можно все на том же графике тяготения, он же график распределения воздействия на расширяющую сферу, который однозначно показывает, что как бы мы далеко нашу сферу не раздвигали, сила будет с удалением только уменьшаться, стремиться к нулю, но никогда через этот ноль не перейдет и не обнулится. То есть каждая удаленная планета, звезда, галактика, скопление галактик вносит свой вклад в напряженность базового гравитационного поля. И хотя тела удалены от нас на безбрежное расстояние, но их суммарное количество, даже при минимальном, стремящемся к нулю силовом вкладе каждого,
совокупно дает такие силы, которые обеспечивают все физические процессы, включая ядерные, электромагнитные. А теперь давайте на минуту забудем, что даже два тела на притяжении уравновесить невозможно. Пусть некое высшее вмешательство защитит систему даже от мелких колебаний и тем самым обеспечит нам на притяжении планетарное равновесие для двух тел. Но и тогда это равновесие держаться не сможет и обвалится введением в систему любого третьего тела. Третье тело, оно ведь тоже создает силы, и эти силы перемещаются вместе с телом. И любое ненулевое воздействие от этого тела обрушивает равновесие двух первых тел. Закроем мы на это глаза. Пусть высшее вмешательство обеспечит нам планетарное равновесие для множества тел. Но и этот сценарий несостоятелен, потому что мы не можем закрутить вокруг единого центра всю Вселенную. А если ее не закрутим, то не будет центробежных сил, и Вселенная обрушится. Любое тело, не вовлеченное в эту единую планетарность, обрушит всю эту воображаемую Вселенную. Кроме того, единая планетарность не соответствует наблюдениям. Ее нет в природе. У нас же во Вселенной множество планетарных систем, а не одна. И это научный факт. Давайте на наглядных примерах рассмотрим равновесие системы в комплексе. Расположим магниты на плоскости. Зададим сдерживающие силы. Уберем сдерживающие силы. Результат один, и он очевиден. Магниты устремляются друг к другу. Для нашей Вселенной, построенной якобы на притяжении, это означало бы лавинообразный процесс образования макротела. То есть не было бы на притяжении ни планет, ни звезд, ничего. Один лавинообразный процесс вселенского схлопывания с выходом на сверхсветовые скорости. При этом никакие планетарные системы даже не успели бы образоваться, не говоря уже обо всем остальном, жизнь и так далее. Вот такой он, безумный мир по Ньютону. Что об этом думает Российская Академия Наук? Ведь если лженаука преподается в вузах, это неправильно. И даже более того, это нарушение закона об образовании. В Российской Академии Наук есть специальная комиссия, которая призвана бороться с лженаукой на всех уровнях. Вот что пишет по этому поводу член этой комиссии по борьбе с лженаукой, академик Александров Евгений Борисович. Текст объемный, 2 страницы, к сожалению, без какой-либо аргументации. Приведу выдержки, передающие основную суть, дословно. Мне понадобилось около 2 недель для чтения и обдумывания. Ответ – нет. Большими буквами с восклицательным знаком. Вопрос – а нельзя ли более детально? Ответ – можно. Более детальный ответ – нет, нет, нет. Большими буквами с восклицательным знаком. Да я и не являюсь специалистом по теории гравитации. Вот такой интересный комментарий. А теперь давайте рассмотрим, какие вопросы поднимались и в чем не является специалистом Александров Евгений Борисович, академик РАН, член комиссии по борьбе с лженаукой. Вся сложность вопроса сводится к элементарному сложению двух сил. А складывать силы по умолчанию должен уметь любой абитуриент. Здесь целый академик РАН, заведующий лабораторией физико-технического института имени Иоффе, член президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, заявляет, что он не специалист. Теперь давайте поймем ситуацию в целом. То, как она касается вас лично. В учебных пособиях достоверной информации нет по самым важным и ключевым темам,
в том числе по равновесию. Вместо этого преподается несостоятельный бред. Специалисты физики регулярно выпускаются из вузов. Может ли человек, не разбирающийся в равновесии, разбираться, например, в космологии, практически в науке о равновесии во Вселенной? Возможно ли вообще построить вразумительную космологическую теорию, проигнорировав равновесие? Невозможно. Теория не будет адекватной. И современная космология действительно неверна как в целом, так и в частностях. В современном виде космология представляет из себя сгусток нефильтрованного бреда, кротовые норы, темная энергия, червоточины. И такая ситуация не только в космологии, но и во многих разделах физики. И современных лжеученых такое положение дел устраивает. То есть за деньги налогоплательщиков плодится армия шарлатанов, докторов невежественных наук. И вы, ваши дети и внуки будете вынуждены их кормить. Но это еще полбеды. За ваши налоги вашим же детям и в школах, и в вузах постоянно дают недостоверную информацию, прививают безграмотность, лишают возможности адекватно мыслить. По сути, это способ превращать ваших детей в неспособное думать быдло. И делать это они собираются неограниченно долгое время. Как с этим совсем бороться? Не оставаться равнодушным к происходящему. Распространять информацию всеми доступными способами. Когда проблема перестает замалчиваться, тогда и находится решение проблемы. Обсудите эту информацию в интернете. Люди имеют право знать, что происходит. Это наша жизнь. С вами был Виктор Катющик.